по ощущениям от игры, по крайней мере. Возможно, еще там как-то будут Тайгу убивать, но Тайга с пошел тем разгон. Старт, который имеет непад. Пошел разгон, мы видим, есть шестой. Суран. У Найна. И тратится допель, и видит настоящего спиритбрейкер. О, и сбивает Миша, да, но в любом случае прыгает спиритбрейкер все-таки на Юраги. Юраги забирают, неплохое подключение. Сможет ли кого-то тут Безеев догнать? Пока что хватает через ультимативную шейкера. Саксу забирают. Хотя Сакса, слушай, еще да, чуть-чуть времени выиграл и не дал возможности Безеевам как-то преследовать. Все фраги собирает, какие только возможно, уже серию убийств имеет. Слушай, в такой ситуации, мне кажется, это и неплохо. Снейкинг. Снейкинг просто погнал его. Ну, хотел Снейкинг тут немножко на шар опыта пополучать, где-то поотбивать эту вышку, но... Слушай, Тайгер рискует здесь. Сейчас какой-то еще вот один башек вылетит, он и погибнет. Есть фейрик. Заяца накручивает по Найну. Безеем продолжает топтать и... Да, трэмпл работает, и Найн отправляет. Вороте разгоняется в обратную сторону, отменяет, команда подтягивается. Невидимость от Мираны, Сентри поставили, Скитер по крайней мере вышел. Да, только сейчас Шадоублейд появился. Вот только сейчас появляется Шадоублейд у Найна. И еще одна попытка без убийства, в этот раз по Безиему. Есть БКБ, но он просто не успевает его нажать, его лопают. Тут также под ударом Миша. Пока что используется ультимативная у нас от Тайги, но Миша все равно больно. И мне кажется, что нужно потихоньку, хотя, слушай, есть... Разворот по Скитеру, и Скитера просто взрывают. Казалось мне, что нужно уже уходить, но хотя бы ответный хил. Надо разведка птичками. По-моему, не ожидает Тундра того, что соперник просто нагло бьет Рошана. У Рошана уже половина хитпоинтов, даже меньше. Птички не залетают на проверку. Это вот может быть Рошан просто... А нет, прыгает, Сакса не встал, удивляет по моим! Красиво сыграно! Обрывается Безиен, пытается контр атаковать. Живут OG! Они неплохо сражаются, Шейкера уже теряет Тундра. Хитпоинты потихоньку OG уменьшают. Но Безиена и ультимейт, он избивает Скитера! Как они защитились, это просто фантастика! Миша тоже погибает. И правда, все складывается для Тундры очень даже ничего. Но это же не всегда так будет происходить, что прям поставится Оракл, что он не будет рассчитывать на врыв. Надо аккуратнее играть и так. А вот здесь врываются уже на Амара, но команда рядом. И Найн пока что пока нажимать не хочет. Это Хаслэм по Юраге. Юраге очень больно, и его забирают. Саксу. Там Найн врывается дальше, забирает Тайгу, еще один фраг. Пытается улететь Амар, будет ли чем сбить, сбивает птичкой, 33 успевает в последнее мгновение телепорта. И Амар погибает тоже. Да, и Тундра вперед выходит. До сих пор, мне так кажется, и нет. Есть. Сидит так Найне, есть, сидит Найне, сидит Найне. Поэтому показывает, что на Эксмаке, и что? Заходят сюда, видят Юраги с Мишей. Ой, так, Мирана первый поставляется, Снейкинг на липах пытается выйти. А вот очень важный Сакса ничего может не нажать в этой ситуации, Сакса отходит. Он не боеспособен, но теряет только Мишу пока. Слушай, и мне кажется, уже должны бежать OG отсюда, потому что Сакс это сейчас вторым дыханием в драку зайдет. Попадает Фиссурой здесь по Безиему. Тут еще цепляют. Но урон. Все равно урон. Мне кажется, не то. Плюс от пушлини. Мне кажется, вот от пушлини тоже немаловажен в этой игре, потому что здесь, ну, два героя это делают хорошо, пускай. Мирана может, но с Аганимом это делать быстрее, и можно бесконтактно делать. Прыг пошел от Найна. Есть Сильфест атака здесь, и находят Тайгу, что важно. Тайгу вырубают, у Миши также БКБ нету. И двух саппортов просто мгновенно OG здесь теряют. Уэлл пытался бить 30, еще поймать Найна, может быть. Герои тянулись. Тундры сами уже готовы ловить. Есть Юраги. Стрела не успевает долететь, ворачивает с Юраги. Играет неплохо иллюзиями. Сакса оглушает его несколько раз, но убивать Юраги не так-то просто. Безиен поймал визажа. Будет не хватать урона здесь, пока недостаточно визаж. Добиться Сторма будет жить. Разлетаются выстрелы от Аврора повсюду, но Тундра не страдает и идет вперед. Шейкер зацепил Юраги. Есть ультимейт после Фиссуры и тотема. И это и просто переезжают своих оппонентов. Но могут себе позволить, имея такой перевес после последней. Да, есть 13 тысяч перевеса и есть Аегис по-прежнему. И если что, еще 25 секунд до Юраги. Ой, как Аганим Агамара больно делает. Тоже надо осторожно играть. Но Дерчик не упала. Последний за 4 падает. Ньютрон, глифа никакого уже нет. Врывается Юраги, прыгает вперед Миша. Надо взорвать, 33, получается это сделать. Плюс диски залетают. И убивают еще Найкса. И судя по всему, все-таки OG защищается. Надо отойти. Скитер пытается жить. Нажимает БКБ. Ультимейта нет. За Скитером погоня будет продолжаться. Телепорт вообще был. Не пытался его нажимать. И это, кажется, умрет. Найн. Можно еще и Найна преследовать теперь. Что Тундра.
Оджи и Тайга с таким отличнейшим началом, которое у него было, и такими перспективами, тогда это мог добраться и не сумел. Находится здесь Оджи. Теперь уже Ту вроде будет жить, Миша под фокусом. И на КБ у Мишина его бьют с руки. Просто два героя, у которых есть Паши. И BZM, теперь его черед. Снова Паша с Китера. Как же много Паши будет под такой скоростью атаки. И тут еще и контроль залетает от Саксы. Очередная. Юракин пока что под фолс промисом, но мне кажется, его не должны здесь запускать. Не должны. Должны добивать Юраги, безусловно, шансов на выживание нет. ГГ пишет OG, и это 2-0. Тундра не оставляет шансов своим конкурентам из региона. Но действительно, Тундра выглядела уверенно сильнее, что первый...